Я всех приветствую. Давно не было видео на канале, поэтому я буду потихонечку возвращаться и уже буду проходить миссии потихонечку. Вот, первая миссия — гнать машину. Самая легчайшая миссия в игре. Так, потихонечку будем проходить что-то. Возвращаться в игру. Вот угнать машину, найти УАЗ с секретными документами. Уведите машину. Это все понятно. Нам дают тут всякие штучки. Я возьму пулемет. Пулемет сам прикольный. Ну это, в принципе, обучательная миссия здесь. Нам толкуют вообще-то как что делать. Вертолет тоже, который, думаю, все пытались сбивать. Ах ты скотина. О, думаю, все пытались его сбивать. Не получилось, и скоты меня убили. Да, вот что надо начать делать. Разные позиции бывают. И ну тут прицел такой после КС-ки неудобный. Тут всего лишь-то 5 человек. 4 солдатика тут где-то ходит. Вот один. И еще там где-то офицер. Как всегда. Ай-яй-яй-яй. Вот куда я сейчас упираюсь? Я не понимаю. Вот чем хороша УФП, то что эту миссию можно пройти за 2 минуты, а можно там 4 часа в ней копаться. На самом деле ничего там не вижу. Здрасте. Потому что графика все-таки отсталая, как-никак. Ну, я буду обходить потихонечку тут все, осматривать. Тут тактика такая. Убиваете тут все. Вот, кстати, трактор пригнать. Тина, ну... Вот. Находим, значит... УАЗик убиваем всех. Я не понимаю, почему он так нашел. Все. Не хотел я ехать по его трупу, но пришлось. Все, миссия выполнена, дальше. Просто гоним этот, эту машину на базу. Тут тоже могут у некоторых возникнуть проблемы, знаете ли. УАЗик на дороге, он очень себя странно иногда ведет. Тяжело управлять. Тут еще можно сбить его так хорошо. Ну вот и все, отличная работа. 2 минуты. 3 минуты всего лишь разбирались, как я говорил. Все, до встречи в следующих миссиях тогда.